За Украину. Они изнасилуют наших женщин в территории, которые они захватили. Убивают наших людей. Они все от самого низкого уровня общества. И поведение их успехи. Мы победим и спасем нашу страну. Я перелечу в Украину в конце этого и сделаю татуировку «Украина» на руке, если мы выиграем войну, которую мы, конечно, выиграем. Давай.